Всем привет, меня зовут Алексей. Сегодня я хочу вас познакомить с игрушкой, которая называется «Ферма соседей». Это игрушка с выводом реальных денег. Заключается она в том, что вы покупаете животных, сажаете их в загоны и потом уже собираете продукцию, которую продаете за деньги. Деньги эти можно реинвестировать, либо вывести на Яндекс кошелек и так далее. Вот на примере сейчас я вам покажу. Например, вот у меня сейчас уже 10 уровень, у меня 9 курятников, и сейчас мы будем собирать прибыль. Вот мы собираем яйца с каждого курятника. Да, конечно, неудобно, что нету функции собрать все. Приходится постоянно кликать. На каждом уровне вам открываются новые загоны, новые звери. А с 15-го левела открываются заводы, которые тоже будут приносить прибыль. Сейчас быстренько с курицы все соберем, потом со свинюшек. Курица, кстати, стоит по 5 рублей каждая штучка. Она дается на 60 дней. Прибыль собирается каждые 12 часов. То есть вы заходите каждые 12 часов, собираете прибыль и кормите кур. Таким образом вы получаете опыт. С куриц 100 яиц стоит 14 рублей. Сейчас я покажу, как мы это все продадим и получим прибыль. Со свинюшек, конечно, уже побольше прибыль идет. Вот у нас закончилась энергия. Что приходится делать? Покупать блинчик. Блинчики покупаются также за реальные деньги. Покупаем блинчик. Вот у нас энергия 0. Кушаем блинчик. Переходим дальше в продукцию. Видите, у нас уже 200 энергии появилось. Продолжаем собирать. Вот уже почти все собрали. Теперь мы переходим в лавку. Лавка — это место, где вы продаете свою продукцию системе. Вот, например, яйцо. Цена 0,14 рублей за единицу. Сейчас у меня 342 яйца. Давайте продадим 300. Нажимаем «Продать». Продолжить. Таким образом, вот баланс для вывода, который мы можем вывести к себе на счет или реинвестировать. Смотрим дальше, что у меня есть еще. Мясо, например, 185 штук. Мясо 0,26 рублей единица. Давайте продадим 100 штук. 43 рубля. Продать. Продолжить. 69 рублей у нас получается на счету. Да, кстати, вот овчарня, например, тоже можно уже купить. Она будет также больше денег приносить. Потом есть коровник и так далее. Вот фабрики продуктов.
А, я даже ошибся. Фабрики продуктов у нас получается с 20 левела. Так что регистрируйтесь по моей ссылке реферальной и начинайте зарабатывать, как и я.